Включай. Ой, я уже хорошо. Так, ну что, ребят, подтянули. Подтянули, получается, фашистский бидон. Как вы видите, подойди, покажи. Сейчас, значит, мы часть уже жижи вылили. Был неподъемный, реально. Покажи тут замок вот этот крутой. Значит, сейчас что мы делаем? Сейчас мы его потихонечку... И с этой стороны можешь уже подойти показать? Ладно, давай сейчас его так... Сейчас, подожди, вот так давай. Так, смотрите, ребят, вот он. Сейчас мы его будем потихонечку дальше, получается, выливать. Там, получается, надо будет в самом болоте еще работать, потому что очень много там артефактов. Я постучал, там что-то еще есть. Значит, сейчас что мы делаем дальше? Мы потихонечку, котик, кто-то дальше отойди, пожалуйста, чтобы не провалилось болото. Сейчас мы потихоньку его дальше выливаем. Сейчас, давай. Давай, наверное, как, не знаю, вот так сюда его или как, да? Смотрите, сейчас в прямом эфире показываем. Дальше его сейчас выливаем. Пока мисс ничего. Жижа, как вы видите, такая, смотрите. Крышка там тоже где-то дальше лежит. Так, есть. Ух, ничего себе, покажи быстрее. Вот это да, ребятушки, вот вам и жижа. Так, не влезь, не влезь, смотри, аккуратно не влезь. Вот вам и жижа. Так, это вам, ребята, не жижа, это золото. А ну-ка сними, пожалуйста, меня. Виклинг, это золото, золото, клад, клад, клад. Это настоящая сенсация, ребята, это просто, в это не тяжело поверить, но наша команда, подходи, давай сейчас ближе покажем. Сейчас надо будет сито или как, я не знаю. Смотрите, ближе подсядь, пожалуйста, покажи. Гляньте, в жиже. Ребят, я не знаю, что вам. Капец. Буду сейчас промывать. Глянь, посмотри. Вот это да. Видно, надеюсь. Я не знаю, но как после такого не кричать золото? Сейчас давай это промою. Вот это давай промою сейчас два. Так, сейчас давай вот эти, покажи вот так вот. Постань, чтобы было видно меня возле этого, возле этой бочки. Ребят, это, ребят, золото. Это золото, это фашистское золото, то, что я искал 10 лет. Наконец-то, после таких поисков, этот артефакт я вытащил, я его обнаружил, даже не верилось. Комары закусывают. Сейчас не выключай, сейчас его быстро споласкиваю. Не переключаемся, не выключайте, сейчас его споласкиваю, получается. Так. Подходи сюда ближе. Так, первое золото пошло, ребят. Это, конечно, в это даже тяжело поверить. В это тяжело поверить, но золото пошло с бидона. Там нужно будет сейчас в эту муляку еще залазить. Вот покажи это сейчас, еще вот это золото сейчас будет промывать. Получается, надо будет залазить в эту муляку, доставать остальные артефакты, которые там лежат. Как вы видите, покажи с этой стороны бидон, он с этой части частично прогнил, только не влезь, золото не поломать. Он частично прогнил, но я буду его забирать, знаете почему? Не влезь аккуратно. Я буду его забирать, потому что если я его не заберу, мне абсолютно никто не поверит, что это реально, что я его вытаскивал, будет рассказывать, это невозможно, золото не существует, разные неудачники, хейтеры. Поэтому, ну аккуратно, аккуратно. Поэтому я сейчас вам, сейчас это второе промываю, смотрите. Вот смотрите, настоящие бриллианты в грязи. Сейчас, а ну-ка вот так покажи. Да, это настоящая непридуманная сенсация от канала «Поиска клада и золота» от Виклинга. Сейчас тоже не включать, сейчас я его промою, положим, тоже покажем. Так, есть. Хоть бы не уронить. Вот это да. Сейчас, сейчас ложим дальше. Сейчас, секундочку. Так. Так, сюда. Вот так. Так, сейчас будем дальше. Значит, смотрите, сейчас будем дальше эту жижу прощупывать, смотреть, что там. Что там за артефакты. Подойди, пожалуйста, ближе, покажи. Вот так сюда аккуратно, только не влезь в эту жижу. Значит, дух реально захватывают. Говорят, у тебя нет эмоций, ты не кричишь. Ты, а тут, блин, будешь вопить на весь лес. Потому что возле этого болота это просто неимоверный фарт нам здесь. Просто, ну, это не то, что неимоверный фарт. Это настоящие, настоящие сокровища в этом фашистском бидоне. Надо будет все дальше, конечно, здесь и смотреть, и искать, и
короче, я не знаю, это, ну, у меня даже просто мысли, голова путается, руки трясутся, ну, это тяжело. Я сейчас себя реально пытаюсь здесь сдержать, потому что, ну, такие находки, ну, в это не верится, реально. Вот я сейчас смотрю, и в это невозможно поверить, что такие артефакты наша команда в поисках клада и золота от Виклинга реально делает, что возможно обнаруживать. Я буду смотреть, что там еще внутри. Это такой бидон, вы знаете, этот бидон, он, я называю его просто фашистским бидоном счастья, потому что такое, когда обнаруживаешь такие артефакты, понимаешь, что вот ради этого наша команда в поисках клада и золота от Виклинга тратит реально года. На проверку этого места я потратил реально 10 лет, и сегодня фартануло. Реально настоящий, непридуманный, невыдуманный фарт. Настоящий бидон, я не знаю, с под чего это, скорее всего, не, там, с под молока, я не знаю, с какого масла, скорее всего, с под молока, но то, что фашисты здесь, как и мне местные говорили, что машина с фашистским генералом здесь огромное количество золота спрятала, сегодня эта теория нашла уже подтверждение, будем работать дальше в этом болоте, прощупывать, искать другие артефакты, это настоящие, непридуманные, реальные сенсации с золотом, с бриллиантами, вот всеми этими, блин, комары, конечно, зажирают, но ничего не поделаешь, ребята, такие артефакты, они реально бывают раз в жизни, поэтому, когда наша команда в поисках клада и золота от Виклинга обнаруживает, начинаешь понимать, что вот оно, счастье привалило, ради этого стоит заниматься поисками, находить все эти непридуманные, настоящие сенсации, с вами делиться этими артефактами, рассказывать про них, показывать их. И, конечно же, большая к вам ко всем просьба, если вы обнаруживаете подобные сенсационные артефакты, пожалуйста, рассказывайте про них, показывайте их, потому что вместе изучать историю намного интереснее, чем самому сидеть, знаете, и думать, а возможно такое найти, невозможно. Давайте делиться всеми этими артефактами. Я буду, конечно же, потихонечку, смотрите, вот покажи, здесь видно, что эти водоросли, они прям врослись в этот бидон, вот такая вот грязь. Все это сейчас нами будет расчищаться аккуратно, потому что, как я уже вам сказал, когда обнаруживаешь такой, смотрите, гляньте, такой золотой, я его называю золотой бидон, эта часть работает, видно, да? Эта часть работает, эта часть не работает, ничего, у нас все заработает, понятное дело, когда обнаруживаешь, там смотри, надо будет еще потом аккуратненько, тут и корни разные, смотрите, ребят, это какой-то кусок, не знаю, кожи или что-то, он внутри был обшит, не знаю, неужели он мог внутри кожи быть обшит, глянь, это кожа, видно? Короче, ребят, я вам скажу так, когда обнаруживаешь подобные сенсационные артефакты, понимая, что ради этого стоит заниматься поисками, ради этого стоит заниматься вот такими всеми сенсационными, крутейшими экспедициями, обнаруживать все эти находки, вам их показывать, с вами потом их обсуждать, реально не верится, что такие сокровища сейчас еще можно находить. Наша команда в поисках клада и золота от Виклинга показывает вам все сенсации, все те непридуманные артефакты, которые мы находим. Вы можете их увидеть в прямом эфире. Только наш канал может рассказать, показать про эти. Посмотрите на эти сокровища. Это великолепнейшее золото, которое сегодня наша команда обнаружила для вас. Мы вам показываем это золото. Непревзойденные сокровища фашистского генерала, которые были обнаружены. Покажи вот там, вот туда, вот так тоже вовнутрь немножечко. Которые нами были обнаружены. И сегодня мы с огромным, при огромным просто удовольствием вам рассказываем, показываем про все эти сокровища, которые наша команда поиска клада и золота от Виклинга обнаружила специально для вас, чтобы вы поняли, что есть такие сокровища, что их очень много, что нужно их обнаруживать, сохранять для истории, потому что если этого не будем делать мы, то кто за нас это сделает? Да абсолютно никто. Поэтому давайте, ни в коем случае не переключаемся. Ставим лайки, делаем репосты, поддерживаем канал классными комментариями, если вам нравится. Если вам не нравится, пишите, что вам именно не нравится, потому что эта сегодняшняя сенсация была обнаружена нашей командой в поисках клада и золота от Виклинга. Специально для вас мы старались 10 лет, чтобы найти этот великолепнейший, непревзойденный артефакт, который десятилетиями лежал в этом болоте, и только наша команда в поисках клада и золота от Виклинга смогла его обнаружить. И сегодня мы с вами его показываем с огромным, при огромным удовольствием. Поэтому давайте, ни в коем случае не переключаемся. Канал поиска клада и золота от Виклинга. Реальные приключения. Все это только начинается. Будем вам дальше рассказывать про все эти находки, артефакты, про всевозможные вещи, которые еще лежат. И реально мы их обнаружим, как вы видите. Будем вам с огромным удовольствием показывать, рассказывать.
Ни в коем случае не переключаемся. Канал «Поиска клада и золота от Викинга. Приключения только начинаются. Погнали.